Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Барабинска. Правоохранители считают, что Максим Овсянников ненадлежащим образом распорядился средствами, выделенными по областной программе переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Главой города Барабинска заключен с подрядчиком муниципальный контракт на сумму свыше 39 миллионов рублей. Впоследствии подрядчик должен был до 1 июля 2014 года передать администрации города 46 жилых помещений. При этом следствие показало, что строительство дома до настоящего времени не завершено, квартира администрации города Барабинска не передана, а возведенный объект незавершенного строительства имеет множество дефектов строительных конструкций, которые влекут невозможность в дальнейшем ввода его в эксплуатацию. Речь идет о доме номер 29 в Барабинском квартале Г, в ходе строительства которого застройщик допустил серьезную ошибку при возведении фундамента. В итоге в несущих конструкциях здания появились трещины. Несмотря на это, в течение трех лет, с 2013 по 2016 годы, сити-менеджер согласовывал оплату выполнения работ. Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». По мнению следствия, действия сити-менеджера повлекли за собой причинение особо крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов граждан.